Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире программы «Подробности». Гостем нашей сегодняшней студии стал Алексей Васильевич Лощенов, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Традиционно значительное количество вопросов возникает в налогообложении доходов от сдачи квартир, жилых помещений в аренду, либо при продаже данного вида имущества. Тем более со следующего года вступают в силу новые законодательства. Давайте попробуем разобраться в этой тематике сегодня. Что касается налогообложения доходов от аренды недвижимости. Какие варианты налогообложения доходов здесь есть? Я напомню, что действующим законодательством предусмотрена обязанность физических лиц, которые являются собственником объектов недвижимого имущества, но в данном случае квартир, платить налоги с доходов, полученных в виде арендной платы. Но здесь существуют традиционные два варианта применения систем, различных систем налогообложения. Вот давайте разбираться. Небольшая математика. Соответственно, первый вариант – это патентная система налогообложения, и второй вариант – это уплата налога на доходы физических лиц. Ну, возьмем, к примеру, квартиру площадью 50 квадратных метров, которая сдается в городе Рязани в аренду с ежемесячной арендной платой в размере 20 тысяч рублей. Повторяю, что это ежемесячная арендная плата. Вот давайте посмотрим преимущество применения одного способа налогообложения, патентная система, и преимущество с точки зрения математики, с точки зрения налоговой нагрузки другого способа налогообложения – это уплата НДФЛ. Что касается патентной системы, то для того, чтобы ее применить физическому лицу, необходимо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и обратиться в налоговую инспекцию за получением патента на этот вид предпринимательской деятельности – сдачу в аренду квартир. Как рассчитывается налоговая нагрузка? Налог за использование патентной системы налогообложения нужно будет заплатить только один раз в год. Причем совокупный потенциальный доход, который получит собственник квартиры от арендной платы, он установлен законом Рязанской области о патентной системе. Ну, в данном случае, вот, с учетом метража квартиры, это 100 тысяч рублей в год. Как рассматривается налог? Берется не сумма потенциального дохода, а только 6% от этой суммы. То есть 6 тысяч рублей в год необходимо будет заплатить при приобретении патента на этот вид предпринимательской деятельности. Но это еще не все, 6 тысяч рублей, плюс еще взносы в соответствующие страховые фонды. Это пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования. Ну, ориентировочная сумма там около 22 тысяч рублей. Так складываем 6 тысяч рублей, это налог взимаемости с применением патентной системы налогообложения, и 22 тысячи рублей, соответственно, это взносы в внебюджетные фонды. Вот именно эту сумму, соответственно, нужно будет вносить в бюджет, налог и взносы для того, чтобы добросовестно исполнить свою обязанность, предусмотренную действующим законодательством, от взимания налога от соответствующих доходов, полученных при аренде. Но обратите внимание, в чем достоинство, в чем преимущество этого подхода. Да? Преимущество заключается в том, что размер фактического дохода здесь не играет никакой роли. То есть независимо от того, сколько вы фактически получили в год, там 20-30 тысяч рублей или 40 тысяч рублей, есть фиксированный доход и есть патент, который вы приобрели на этот вид деятельности. Что касается НДФЛ, это второй вариант налогообложения. Здесь не нужно физическому лицу регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и не нужно платить взносы в бюджетные фонды. То есть достаточно, соответственно, с этой величиной дохода, у нас 20 тысяч рублей, я напомню, доход ежемесячно, заплатить налог в виде 13%. То есть мы 20 тысяч рублей, соответственно, умножаем на 12 месяцев, получаем 240 тысяч рублей и берем от этой суммы 13%, то есть порядка 31 тысячи рублей. Вот эти варианты налогообложения предусмотрены действующим законодательством, и, соответственно, физическое лицо определяет для себя, по какому пути, какой способ налогообложения доходов, легализации этих доходов и уплаты налога выбрать конкретно для его ситуации. А когда необходимо отчитаться собственником квартир? Ну, если вы применяете систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ, то в этой ситуации вам нужно будет раз в год по истечении налогового периода до 30 апреля года следующего за налоговым периодом представить соответствующую налоговую декларацию в налоговые органы. Налоговая декларация традиционно форма 3 НДФЛ, можно это сделать, соответственно, из личного кабинета налогоплательщика или напрямую обратиться в налоговую инспекцию. Кстати, обращаю внимание, что с этого года личный кабинет предусматривает возможность представления налоговой декларации со специализированной электронной подписью, которую сам налогоплательщик совершенно бесплатно может также сгенерировать в личном кабинете. То есть бесконтактно, оперативно, быстро также можно сдать эту налоговую декларацию. Что касается патентной системы налогообложения, то я уже говорил, что при обращении в налоговую инспекцию, соответственно, вы регистрируетесь в качестве индивидуального предпринимателя, представляете заявление о применении патентной системы и платите налог, вот те самые 6 тысяч рублей за получение патента,
Но и даже для этой ситуации законодательством предусмотрен вариант рассрочек. То есть поскольку вы патент получаете на один год, то в этом случае, если выбрали именно такой срок действия патента, то в этом случае предусматривается рассрочка платежа. То есть первую 1/3 от стоимости патента необходимо будет внести в 90 календарных дней, первые 90 календарных дней с момента начала действия патентной системы, а остальное 2/3 до истечения годичного срока действия патента. Мы с вами обговорили доходы от аренды недвижимости, от аренды. Теперь давайте поговорим, если собственник решил продать свою квартиру. Да? Какие вот здесь особенности исчисления ДФЛ есть при владении квартиры до 3 лет и более 3 лет? Да, ну я напомню, исходя из действующего законодательства, если вы владеете квартирой периодом владения менее 3 лет и продаете эту квартиру или другие объекты недвижимого имущества, жилой дом или земельный участок, вам необходимо будет до 30 апреля года следующего за истекшим налоговым периодом, в котором вы фактически получили доход от продажи, представить налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ. Это традиционная декларационная кампания, она проходит в Рязанской области уже несколько лет. Ну вот в прошлом году у нас более 7 тысяч налогоплательщиков представили соответствующую декларацию и заплатили налог в бюджет до 15 июля года следующего за истекшим налоговым периодом. То есть там до 30 апреля представляется декларация, потом она проверяется и осуществляется уплата соответствующего налога. Какие особенности освобождения от налогообложения будут применены с 1 января следующего года? Да, с 1 января следующего года вступают в силу изменения в налоговое законодательство. В налоговом кодексе появляется новая статья 217.1. Она предусматривает иные подходы к налогообложению доходов, полученных от продажи квартиры. Я уже говорил, что сегодня минимальный период владения квартиры, в течение которого вы должны представить соответствующую декларацию при отчуждении этой квартиры, соответственно, это 3 года. То есть 3 года владеешь квартирой или менее, то доходы подлежат налогообложению. Если ты квартира владеешь более 3 лет, то в этом случае при ее отчуждении доходы не подлежат налогообложению. То есть не нужно представлять налоговую декларацию, не нужно платить налоги с доходов, полученных при продаже такой квартиры. Что меняется с 1 января 2016 года? Минимальный период владения квартиры, соответственно, в течение которого осуществляется налогообложение доходов, продлевается с 3 лет до 5. То есть, если вы после 1 января 2016 года продаете квартиру или другие объекты недвижимого имущества, жилой дом или земельный участок, то в этой ситуации вам придется платить налог, если минимальный период владения в отношении такого объекта составлял меньше 5 лет. Соответственно, сейчас меньше 3, теперь меньше 5. То есть увеличивается этот срок. Исключения из данного правила будут в отношении объектов недвижимости, которые приобретены по безвозмездной сделке, например, получены в режиме наследования или приватизации, также по договору аренды. То есть в этой ситуации сохраняется 3-годичный срок, в течение владения которого, если продавец распоряжается соответствующей квартирой, то необходимо будет, соответственно, представить налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ. Еще одно существенное изменение. Весьма характерна ситуация, когда продавец и покупатель договариваются между собой об указании цены сделки в договоре купли-продажи, которая, будем говорить откровенно, в ряде случаев не соответствует действительности. То есть одно дело оформить договор для последующего представления в налоговую службу, и другое дело произвести фактические взаиморасчеты между собой. Так вот, законодатель эту лазейку, которая позволяет уклоняться от налогообложения, со следующего года исправил, закрыл, если хотите. Итак, если вы указали в договоре купли-продажи квартиру цену сделки, которая меньше кадастровой стоимости этой квартиры на 1 января года, вот, в течение которого отчуждалось имущество, умноженное на коэффициент 0,7, итак, меньше цена сделки кадастровой стоимости умноженное на коэффициент 0,7, то в этом случае для налогообложения будет использоваться не ваша стоимость, указанная в сделке, а как раз кадастровая стоимость квартиры, умноженная на коэффициент 0,7. То есть законодатель в данном случае позволяет налоговым органам использовать объективную, условно определенную таким образом цену сделки, которая отличается от фактических взаиморасчетов между сторонами. То есть мы уходим от проверки договора с точки зрения указания цены сделки между продавцом и покупателем, и в этой ситуации, когда повторяется цена сделки меньше кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7, приходим к объективному критерию, который определяет налоговую базу. Где еще можно получить дополнительную информацию? Традиционно все разъяснения содержатся на нашем официальном сайте Федеральной налоговой службы налог.ру. Также в ближайшее время мы намерены провести, в ближайшие полгода у нас начнется традиционная декларационная кампания по представлению в налоговые органы декларации физических лиц по форме 3 НДФЛ. Она будет проходить до 30 апреля 2016 года по доходам, полученным, в том числе
и от тех видов деятельности, которые были предметом нашего сегодняшнего рассмотрения, от аренды объектов недвижимого имущества или от продажи объектов недвижимого имущества по условиям законодательства, действующим на налоговый период 2015 года. Поэтому сайт налог.ру мы обязательно будем проводить дни открытых дверей, и все необходимые разъяснения можете получить также традиционным способом, обратившись непосредственно в налоговую инспекцию или направить ваше электронное письмо с сервиса «Обратиться ФНС России». Я напоминаю телезрителям, что гостем нашей сегодняшней студии стал Алексей Васильевич Лощенов, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Мы обсуждали налогообложение в части аренды и продажи имущества. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания. Всего доброго.